Веном – это фильм о журналисте Эдди Броке, который живет и работает в Сан-Франциско в поисках своего следующего сенсационного материала. Он расследует деятельность могущественного бизнесмена Карлтона Дрейка и становится жертвой его коварных игр. В результате Брок теряет свою работу, свою жену и свое будущее. Несколько месяцев спустя Броку удается получить доступ к тайному исследованию компании Дрейка, которая связана с находкой инопланетного вещества, называемого симбиот. В процессе расследования Брок случайно становится хозяином одного из этих симбиотов, который превращает его в супергероя Венома. Веном – это мощный симбиот, который обладает сверхъестественными способностями, такими как быстрота, сила, выносливость, а также способность изменять свой облик. Но Веном имеет и свою темную сторону, он преследует свои собственные цели и не всегда следует правилам человеческой морали. Брок начинает использовать свои новые способности, чтобы бороться с криминальными элементами и разоблачить злодеяния компании Дрейка. Однако, Дрейк понимает, что Брок – единственный, кто знает о его секретном исследовании, и начинает преследовать его. В конечном итоге, Брок и Веном вынуждены объединить свои силы, чтобы сразиться с могущественным врагом, используя свои суперспособности и ум. Брок и Веном удается одержать победу и спасти мир от опасного инопланетного вторжения.